В конце мая специалисты химической отрасли отмечают профессиональный праздник, и Мытищи имеют к этому самое непосредственное отношение. На территории городского округа находится одно из главных и старейших предприятий в стране – ЛИРСОТ. Это единственное в России научно-производственное предприятие, где по уникальным технологиям изготавливают специальные термоогнестойкие высокопрочные волокна. На предприятии все разработки засекречены, сотрудники создают технологии будущего, которые уже сейчас применяются в оборонном комплексе нашей страны. Руководство и сотрудники предприятия – это преданные своему делу люди, болеющие за его успех и искренне любящие каждую свою разработку. Мне всегда хотелось работать на производстве. Работа здесь интересная. У нас постоянно идет какое-то развитие, да? Работает наука, они пытаются создать что-то новое, изменить старое, усовершенствовать. Наши волокна используются в таких видах промышленности, как авиастроение, судостроение, кабельная промышленность. Хемосорбционные волокна используются в медицинской промышленности. Химический комплекс занимает особое место в национальной экономике. От его эффективной и четкой работы зависит обеспечение всех отраслей промышленности современными и технологичными материалами. Мне как коллективу хочется пожелать всего самого наилучшего, сказать спасибо за вашу работу и пожелать развития, благосостояния, стабильности, семейного благополучия, ну и всего-всего самого-самого наилучшего.